Здравствуйте. Хочу предложить вашему вниманию обзор чехла Fly для Fly IQ444 Diamond, Diamond 2. Данный чехол предлагается компанией Redline, он называется iBox Premium. Поставляется он в картонной коробочке. Давайте посмотрим на сам чехол. Данный чехол представляется в черном цвете. Классическая чехол-книжка черного цвета. Соответственно, полностью прошит нитками по периметру, в том числе и лапки. Со всеми изгибами под телефончик. Соответственно, откидывающейся крышкой у нас с вами мягкий материал, чтобы бережно защищать наш дисплей от царапин и прочих внешних воздействий. Венчает эту крышку, соответственно, зажим, который крепится на телефон. Здесь у нас с вами мягкое покрытие для вашего телефона, чтобы он прочно сел и не повредился, не поцарапался. С вырезами под динамик, под камеру, со вспышкой. И 4 лапки, которые прочно удерживают телефон. Давайте посмотрим, как это будет смотреться с телефоном. Вот я вставляю телефончик. Телефончик плотно сидит, легко надевается. Вырезы, соответственно, как я говорил, под камеру, под вспышку, под динамик. Соответственно, под кнопочки ничто не мешает. Зарядочку тоже можно, снимая чехла, производить. Наушники. Элегантно смотрится. Держится хорошо в руке. Не сильно утолщает модель. Такой вот чехольчик для Fly IQ444 Diamond. Большое спасибо, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Всего доброго, до свидания.